Южнокорейский университет Ким Чхон, что расположен в западной части провинции Кёнсан-Пукто, был основан относительно недавно, в 1978 году. Однако уже учебное заведение считается одним из лучших в поддержке инноваций. В Казани представители университета оказались впервые. Как признались члены делегации в ходе визита в КФУ, в нашем университете их привлекло единство традиций старины и современных технологий. Меня поразил музей истории КФУ. Я был приятно удивлен тем, что такие великие люди, как Владимир Ленин и Лев Толстой, когда-то учились в этих стенах. Я надеюсь, что наши университеты будут сотрудничать, и мы будем обмениваться не только студентами, но и преподавателями, а также будем проводить много совместных мероприятий. В официальной части встречи стороны обсудили возможное сотрудничество в научной области. Проректор по внешним связям КФУ Ленар Латыпов отметил такие точки соприкосновения, как психология, педагогика и менеджмент. Именно в этих сферах два университета могут дополнять друг друга. Впереди гостей ждет знакомство с другими подразделениями КФУ, а пока стороны подписали меморандум о взаимопонимании. При условии успешных переговоров в будущем вполне можно ожидать и договора о сотрудничестве. Диана Вакян, Роман Самарин, Универньюз. Okay, let's go.